Кстати, какая-то давняя срака, которая даже какое-то клевое кольцо получила. Ах ты, зараза! Ну и иди ты куда подальше. У этого прекрасно. А, колец нет, да? Колец нет. Давайте окольцуем. Райские мезы несут в окис. Хорошо. Выпускать? Да, выпускай выше как-нибудь. Отлично. Это мы к тому, что, короче, я не записываю сейчас, кого как мы выпускаем, и это очень плохо на самом деле. Если кто-то хочет нам помочь, может пересмотреть все наши видео за этот год и посчитать, сколько птичек было выпущено нами. И какие у них кольца. О, да. Ну, короче, это, знаете, я премию назначу тому, кто пересчитает всех птичек, которых мы выпустили. Тогда так и быть, я их посчитаю. Какая премия тебя устроит? Я расскажу для тех, кто хочет пересчитывать. Кольцо фиолетовое с номером 040. Прекрасно. Куда пускать? Да. Туда? Куда-нибудь. Можно. Галка. Два красных кольца. Считайте. Да. Полетел в ту сторону. Сомнительная галка. Я, конечно, посмотрю сейчас, как она полетит, но мне кажется, что у нее был перелом крыла. Прилетела высоко. Высоко? Ты видишь, где она? Ну, нет. А ошалевшие лица галок это просто бесценно. Правый синий, левый зеленый. Так, за выпуск этой сойки я буду гореть в аду. Два зеленых кольца. Надеюсь, никто не поймет, почему. Два зеленых кольца. Да. Полетело. Это, кстати, старая сойка прошлогодняя, которая у нас задержалась на линьку. Ты что здесь делал? Барон. Ты опять посуду громил? Говори. Посуду громил. И что, я не должна тебя ругать? Я не должна тебя ругать за это? А мне кажется, я могу тебе дать по жепе. По жепе. Я слышала, что ты что-то разбил. Продается за потешушки. За потешушки продается. Мяу-мяу. Мяу-мяу. Что там? Что там? Собака пришла. Собака. Правильно, Пип. Что он здесь устраивает? Следи за порядком.
Будешь следить за раковиной? О, боже, у меня нет червяков. Непедагогичная, смотри. Это печенье Мария. Но его надо достать оттуда. Боюсь, это будет слишком просто. Да, это было слишком просто. Конечно же, Байрон ни с кем не поделится. Сохраняйте спокойствие. Это не чипсы, а это не Кока-Кола. Смотрю, у меня есть кое-что более полезное. И это новая бутылка. А вот это тебе, держи. Курица, беги! Меня всегда так мучает совесть, вот почему сразу приходят всякие чуваки, которые тоже хотят чего-нибудь вкусненького. Например, червей. Вот. Нехороший. Блин, Гаврюш. Ладно, я потом приду сюда. О, молодец, печеньку украла. Я не могу на это смотреть. Гаврюш, иди, я тебе дам, пока Байрон не видит. Давай, иди сюда. Чуть-чуть там. Иди. Держи. Здесь мучной червь, а у Байрона там зафобус спрятан в пакет. Ой, ужас. У меня прекрасная новость. Короче, у нас в вольере осталось только два ястреба. Потому что молодой самец по имени Спасибо, что живой, уехал на ПМЖ в Волгоград. Вот. Так что я очень довольна. Остались наши ястребицы, Мара и Омега. Надеюсь, пока у нас будет два ястреба. Нам больше хватит. Больше не надо. Не надо на камеру это делать! Ты еще что, все накручиваешь и накручиваешь. Ее нога, конечно, сгибается, просто трындец. У нее пуля в суставе была и осталась. Вынимать не стали, чтобы сустав не разрушить окончательно. Ногой пользуется как костылем. Вот. А это просто пользуется костылем. Да. У нас сейчас продолжается сбор средств на коммуникации для загородного стационара. У нас уже скоро будут крыша, окна и прочие радости жизни. Вот, и сейчас мы собираем средства на то, чтобы провести туда коммуникации, чтобы уже этой зимой все работало, чтобы там могли зимовать птицы, чтобы можно было там лечить тех, кто не может переехать в вольеры до определенного времени. В общем, электричество, вода, септик и обогрев. Если вы можете поддержать нас, ссылку на сбор я оставлю в описании к видео. Пришла вот и трындит, и трындит. Мешает ястребам своими делами заниматься.